и ночью, и еще до рассвета меня пытались убить. Угрожали мне пистолетом, возможно, все было не так. Но это уже не важно, у меня еще есть коньяк, и почти не грозит опасность. Все в порядке, все нормально, я беру тебя с собой. Тишина, доведенная до отчаяния. Вижу в небе свои глаза. Хочу сохранить состояние. Выхожу, меня уже ждут. Держусь, чтобы не побежать. Ведь только покажешь спину,